И тогда он старт четвертому забегу на дистанцию 2000 метров среди юниоров и мужчин. Единственный спортсмен сейчас, который представляет третью возрастную группу, 24-39 лет, спортсмен из Краснодара Игорь Егоров, стартовал в этом забеге. У него сейчас седьмой результат после трех видов программы четырехборья. Ну а в остальных возрастных группах, это юниоры 18-20 лет и мужчины 21-23 года, в этом забеге принимают участие спортсмены, которые находятся сейчас от 19 до 31 места в общем личном зачете по сумме трех видов программы четырехборья. Естественно, как и говорилось, это не самый сильнейший забег, то есть возможно, что забег может быть и сильнейшим, но участие в этом забеге принимают, напоминаю, многоборцы, ну а по сумме многоборья, естественно, эти спортсмены пока высоких результатов не добились и не претендуют сегодня к тому, чтобы подняться на пьедестал почета. Естественно, они борются сейчас только за очки. Очки, которые позволят им утешить свои, возможно, где-то и амбициозные планы в том, чтобы на чемпионате России показать результат достойный и, соответственно, возможно, выполнить и разряд, получить звание спортивное. Ну, мы продолжаем наблюдать за ходом борьбы в четвертом забеге. Достаточно плотной их группы идет лидирующая группа в составе 6 спортсменов. Я думаю, что вся борьба еще впереди. Преследователи значительно отстают, да и, соответственно, по темпу заданному лидерами уже понятно, что именно между этими 6 или 5 спортсменами разыграется борьба на заключительных до финиша 6 кругах. 1200 метров остается до финиша. Объявляются результаты третьего забега. Белов Денис, 6:51. Чистоступов Роман, 5:59.8. Никитин Роман, 7:04.4. Клочков Виталий, 6:33.2. Иванов Андрей, 6:27.6. Чаплыгин Илья, 6:34.5. Сафонов Сергей, 5:55.7. Широкоротов Антон, 7:14.0. Колбин Сергей, 6:03.7. Прозоров Николай, 6:32.6. Иманов Иван, 5:56.3. Зайнетдинов Алексей, 6:24.2. Сейчас лидером останется до финиша 800 метров и возглавляет бег краснодарский спортсмен Егоров Игорь. Его преследуют Пешков Михаил из Краснодара, одноклубники, нагрузка номер 66 и 25. Они сейчас возглавляют забег. Но мы видим, что один из спортсменов обходит краснодарского спортсмена Михаила Пешкова. И сейчас он преследует лидера Игоря Егорова, краснодарского спортсмена. Напоминаю, лидер номер 66. Сейчас лидеру останется 600 метров до финиша. Ну а на второй позиции сейчас бег ведет спортсмен под номером 215 из Чувашии Павел Миролюбов. Ну, 500 метров остается преодолеть лидера до финиша. Мы видим, что три спортсмена сейчас ведут бег, но и один только в силах сейчас пока преследовать эту лидирующую группу. 215 номер выходит на первую позицию Павел Миролюбов из Чувашии. Спортсмен из Нижнего Новгорода Артем Муртазин ведет бег на четвертой позиции.
Удивительно, но сколько сил еще остается. Мы видим, что лидер соревнований номер 215-й чувашский спортсмен Павел Миролюбов пошел в отрыв, причем действительно его спурт финишный такой сильный, что отрыв с каждой секундой увеличивается. Сейчас он проходит дальний вираж и выйдет на финишную прямую. Напоминаю, что финиш по третьей дорожке. Итак, лидер забега на финишной прямой Павел Миролюбов одерживает убедительную победу в своем забеге на грудь номер 215. Спортсмен из Чувашии. 76-й номер пересекает линию финиша на второй позиции. Это спортсмен из Нижнего Новгорода Артем Муртазин. Все спортсмены отправлены на последний круг. Бригада на финише продолжает работу. Сейчас исключительно финиш идет. Ну а мы будем ждать следующий забег, пятый забег по регламенту старт в 11:10. Дистанция 2000 метров. Юниоры, мужчины.